Зам руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Алексей Невгад проведет выездной прием граждан в Первоуральске. Обратиться за помощью можно 16 января. Личный прием подполковник юстиции Алексей Невгад проведет в следственном отделе Первоуральска. Адрес: улица Медиков, 7В, строение 1. Для записи на прием к заместителю руководителя Следственного управления области необходимо предварительно позвонить по телефону 8 343 297 71 69 или оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления в разделе «Интернет-приемная». Электронный адрес на экране.